Назначенный президентом республики Майя Санду кандидат в премьеры Игорь Гроссу обнародовал свою правительственную команду. Он заявил, что предоставил в парламент свою программу управления «Молдова Сенатуасе». Посредством программы «Молдова Сенатуасе» и нашей команды мы обязуемся принимать ответственные решения по управлению экономическим и пандемическим кризисом, очищению госучреждений от коррумпированных людей и организации досрочных выборов, сказал Игорь Гроссу. В его правительственную команду могут войти Виорел Чеботару, заместитель премьер-министра по вопросам реинтеграции, Наталья Гаврилица, министр финансов, Сергей Литвиненко, министр юстиции, Владимир Боля, министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, Алла Немиренко, министр здравоохранения, труда и соцзащиты, Анатолий Носатый, министр обороны, Михай Попшуй, министр иностранных дел и евроинтеграции, а также Анна Ревенко, министр внутренних дел, Андрей Спыну, министр экономики и инфраструктуры, Анатолий Топалы, министр образования, культуры и науки. Напомним, 16 марта в Рио председателя ПДС Игорь Гроссу был выдвинут кандидатом в премьеры указом, подписанным главой государства Майей Санду. Впоследствии 4 депутата-социалиста обжаловали указ в Конституционном суде, потребовав признать его неконституционным. Жалоба социалистов была отклонена 22 марта после рассмотрения ходатайства магистратами.